Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский. На 75-м году жизни скончался ведущий солист оперы музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Вячеслав Войнаровский. Уточняется, что артист умер утром в четверг 24 сентября после продолжительной болезни. Как сообщил журналистам сын оперного певца Игорь, причины смерти пока не установлены. Даты прощания и похорон станут известны позже. Смерть певца стала потрясением для друзей и коллег. Одним из первых соболезнования семье товарища принес Евгений Петросян, худрук «Кривого зеркала», в котором выступал Вячеслав Игоревич. В последние годы Вячеслав Игоревич принимал участие в шоу «Кривое зеркало», после чего стал известен и широкому зрителю. Вот что рассказывает Евгений Петросян. «Ушел от нас наш товарищ, и нам очень горько на душе. Думаю, что и многочисленным зрителям также горестно сознавать утрату». Войнаровский снимался в «Кривом зеркале» с 2003 по 2013. После этого он перешел в «Петросян-шоу» и продолжил участвовать в юмористических номерах. Чаще всего в них обыгрывались уникальные вокальные данные певца. В последние годы жизни Войнаровский сократил творческую активность. Если вам нравилось творчество Вячеслава Войнаровского, то ставьте лайк этому видео. Услышимся.